Добро пожаловать в Doom. Мы находимся в первом эпизоде и в седьмом уровне. У нас уровень называется компьютерная станция. Что-то как-то они здесь активно пошли. Здесь, наверное, находятся главные научные, не, главные суперкомпьютеры для расчета всяких научных экспериментов. Тихо. Что такое? Так, здесь у нас секрет. Карты у нас пока нету. Оружия пока хватает. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь в этом коридоре. Ага. Давай покажись там. Чтобы я тебя отсюда снял. Отлично. Здесь у нас все зачищено. Нам нужна, в общем, карта, и, по-моему, синяя, если я не ошибаюсь. Глянь, они у нас тут. Что это было? Я не понял. Откуда он меня всадил так? Где ты еще, пом? Блин, нахрен, на, вообще охерел. Здесь у нас тоже, значит, есть где-то выход на улицу. А там далеко, он там в том корпусе. Ладно. Здесь у нас, по-моему, находится синяя карта. Я чуть про тебя не забыл, блин. Желтая. Карта была желтая. А, ну да, как раз таки от этой двери у нас. Ну да блин, а ну. Ну, дверь. Ты не вовремя закрылась. Тихо. Какое неудобное место-то, блин. Оттуда летит, блин. С нас рокет. Больше, в общем-то, ни хрена. А вот и ты. Здесь у нас все чисто. Выход у нас находится вон там вот. Так, оттуда мы пришли. Значит, нам вот сюда куда-то. Второй у нас выход, видимо. А, вот сюда. Точно. Так, а их сейчас сразу отсюда снимем. Нам вон туда надо. Кто там меня успел? Ах ты, блин. Так, пока сюда не
не идем. Ага. Ладно, чтобы тут не расползались. Здесь зачистим. Уже это что такое? Ты вон синяя карта у нас, но блин, пока нам ее не взять. Возвращаемся к той комнате, сейчас мы через нее сходим. Вот сюда вот. Что-то здесь бочки стоящие. А я не помню, что нам нужно в этой комнате сделать. По-моему, нам здесь особо делать-то и нечего. Подожди, откуда он там стреляет? Непонятно так. Ну, вроде бы здесь все у нас чисто. Ладно, тогда идем в другую сторону, вот сюда вот. А то ли красная будет карта, то ли синяя. А, ну синяя у нас вот там, да, значит красная карта. Так. Медь. Да, красная карта у нас здесь. Все мы заполучили. Можем, в общем-то. Блин, что-то я про это забыл. Нам вот в этот коридор надо куда-то. Мы сейчас, наверное, сходим начали в секрет. А, вот он где ходил там. Несчастный. Так, вначале вот сюда. Я, правда, не помню, что у нас там. А, ну тут у нас ничего особого. Ох, как я прокосил-то, блин, а? Тихо. Так, вот это еще берем. Я не знаю, что открывает. По-моему, что-то открывает. Так, ну, здесь ничего нету. Броню полностью взяли. Сейчас еще вот сюда сходим. Как раз нам сюда и нужен был, кстати. Так, ну я хочу вообще сходить за картой. Мне нужна карта. Так что идем вот сюда. А ты откуда пришел? Что реально, откуда он пришел, блин? А? Я же вроде как здесь все вычищал. Так, ладно. Сейчас попробуем попасть на тот уступ. Там, где у нас карта находится. У нас примерно вот там, да? Блин, теперь опять бежать надо будет. А, не, можно вот так выйти точно.
Так, карта. Ну... ну, в общем, пока ни хрена не понятно, но мы идем сейчас за синей картой. Нам надо вернуться в тот коридор. Вот сюда вот. Вот у нас наша синяя карта. Ну блин, а. Так, ну теперь мы получили синюю карту, у нас, в принципе, уже все карты есть. Что это такое было? Кто там ездит? Где-то здесь. Наверное, где-то здесь катается. Ух ты, твою мать. Я не ожидал такую делегацию здесь. Да, они, видимо, здесь катались, пока меня ждали. Тут у нас очередной секрет. Это у нас выход на улицу. Что весьма кстати. Пока не будем брать. Может, попробуем отсюда их. Давай. Ну куда там ушел-то, а? Вот, основную массу положили, где-то еще ходит. Тихо, 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 ребята, где вы там? Ладно, берем эту хрень. Так, ну, в общем-то, нам с обратным. Куда-то вот сюда. Что за наха? О, с этим надо быть аккуратней. Это у нас открывает вот ту дверь как раз таки, ведущую к выходу уже. Мы там большую часть уже положили, поэтому сопротивление здесь будет минимальным. А вот и выход. Вот только компьютерную часть, компьютерный, вернее, компьютерный комплекс мы зачистили, получается. Сохраняемся.